У четвер на просторах соціальної мережі Facebook з'явилося повідомлення одразу про 4 зниклих осіб – мешканців міста Славутич. Вже відома доля 3 з них – завдяки злагодженій роботі поліції та волонтерів, що організували пошуки в лісі. Містом почали ширитися чутки про серійного маньяка, тож, аби спростувати чи підтвердити дану інформацію, звернулися до начальника Славутицького відділу поліції. Дорогі славутчані, успокойтесь, пожалуйста, маньяка у нас нет. Все дані уходи граждан, які рахуються без вісті пропавшими, в основному це соціально-психологічні причини, обумовлені депресивним синдромом граждан, обусловлені конфліктними ситуаціями в сім'ї з близькими, з родними. Ви говорите 4 факти. Да, за останні 2 суток нам обратилось 4 граждан про зникнення своїх родичів. Поиск граждан обуславлюється не тільки нашими оперативними можливостями, но й обращеннями к общественности через розвішування інформаційних листів. Нинче це сеть Facebook. Мы обратились к гражданам Фейсбука о исчезновении этих граждан. И это довольно-таки позитивный момент, потому что он помогает быстрее разыскать этих граждан. На данный момент у нас из 4 без вести пропавших нахождение 3 граждан установлено. На жаль, 2 из этих 3 осіб людей покінчили життя самогубством. Тобто при своїми руками укоротили свій вік, принесли горе своїм родним і близьким. Поэтому довольно таки печальний момент. Учитывая эти моменты, я первое хочу поблагодарить небайдужих славутчан, которые откликнулись на призыв не только на наше обращение, но и на обращение волонтеров, людей с активной социальной позицией, которые оказали помощь в поиске данных граждан. На данный момент поиски до сих пор продолжаются. Не осталось в стороне и полиция. Весь наш личный состав, кроме оперативных сотрудников, занимается поиском граждан. Национальная гвардия, народная дружина, а также неравнодушные граждане. Огромное вам спасибо, и я надеюсь на то, что наше с вами сотрудничество будет и впредь продолжаться на этой почве. Ну, а по всем остальным моментам еще хочу добавить. Обратите, пожалуйста, внимание на своих близких, на ваших окружающих, на людей, которые находятся в депрессивном состоянии, у которых возникли трудности в жизни. Мы не можем заглянуть в голову каждого гражданина, мы не можем их охватить, мы не можем с ними провести со всеми профилактическую работу. Но вы, если вы видите, что что-то неладное творится с вашими родственниками, не зря в последнее время получила развитие эта психологическая поддержка. Никто не отменял даже психиатрическую поддержку. Поэтому лучше заранее обратиться к врачу, чем потом обращаться в полицию. Ну а после полиции, вы прекрасно понимаете, я даже эти слова говорить не хочу. Вот. Якщо говорити про 2 інші випадки, і ще одного, я так розумію, знайшли, і оця особа, яку не знайшли, чи продовжуються її пошуки? Третю, четверту, даже не будем мы их считать, из 4 без вести пропавших у нас на данный момент продолжаются поиски 1 человека. Есть у нас свои оперативные возможности, есть оперативная информация. Мы продолжаем работу. Поэтому, если же вам что-то известно о гражданине разуме, о его местонахождении, где он может находиться, в кругу какого общения, будь ласка, пожалуйста, будем вам очень признательны за любую информацию. Все телефоны указаны в наших сообщениях в Фейсбуке, по которым можно с нами связаться и сообщить о его местонахождении, мы сразу примем меры. Мы немедленно отреагируем на это сообщение, перепроверим и сделаем.